На конкурс дети читают стихи. Впереди стоя Даша. Ирина Гурина. Белый мотылек. Это что за мотылек? Словно белый лепесток. На морозе он летает, уезжая на лапки тает. На березу он присел, дятел чуть его не съел. Зайки на ухо прилег, это чудо-мотылек. Рыжей белки заглянул и на елку упорхнул. Кружится, смеется и на дине в лес рвется. И вот уже и стайка, попробуй их поймать. Веселые пушинки, да это же снежинки.